часы неправильное время тут показывают. Прибываем по расписанию. Станция Белореченская, 35 минут стоянка. Можно, наверное, здесь дынь будет приобрести. Сейчас надо контролировать время. Даже на 5 минут раньше прибыли. Вагон находится за третьим вагоном. У меня уже есть видео из Белореченска образца 19 года. Там я, если помните, через переходной мост выходил в город, ходил туда в магазин. Ну, в этот раз попробуем немножко поснимать на другую местность. Хотя на мост я, наверное, тоже схожу. Там видео снималось в вечернее время, сейчас у нас утро. Так, да, вот он. 24К сейчас нам отцепят и ВП. 1М500. Два, что ли? Что-то с просонья не вижу. Солнце глаза следит. 522. Вот вообще все, спасибо. 24К 064.
Да, ИП-1М-522. Ну, я в ходе поездки в тот же Череповец вспоминал это как раз серию этих электровозов. Что они? Да, ходит здесь Кубань, Белореченск. Следующая у нас крупная станция будет Кавказская, это город Кропоткин. Как вы работаете? Мы его трогать не будем, мы так, не касаясь поезда. Понятно. Тут, конечно, уникальная атмосфера на этом видео. У меня как раз главный видеоканал стоит с этой станции. Здесь работники станции все обсуждают, да, тут по громкой открытой связи. Кто, разрешите с 7-го заберем электровоз и обратно вам оградим. Он там отдельно стоит. Ловите атмосферу ЖД. Невровый вон там идет. Все, пошел. В родном цвете, не перекрашенный. Ну, дыни 2 года назад, как и чуть раньше, стоили 3 на сотню, эти сеточки. Я думаю, что надо приобрести. Вокзал в Санкт-Петербурге, мы поедем домой там на такси, так что можно смело взять пару сеточек. Хотя тоже как-то я покупал здесь, брал домой, приезжали, но они совершенно не сладкие были, а время года у нас такое было, было середина июля, ну может сейчас уже послаще, хотя вопрос в том, да, когда их сорвали. Да, вот у нас есть в составе вагоны плоскатные, без кондиционера, там сложновато ехать, хочу сказать. Вагоны свои. Ну, состав наш, Санкт-Петербургский приписки. Сейчас я сниму состав, да, там состав, и потом поднимусь на мост, да уж я в город не пойду сегодня.
наверное. Хотя, в принципе, можно зайти по лестнице, там спуститься и уже через первый путь вернуться. Вот времени 9.03. В каких-то часах 0.01. Состав у нас длиннющий, там есть, я знаю, вагоны нумерации там 27-28, но у нас они начинаются, конечно, там не с первого, а с шестой, да, мы идем четвертыми, потому что там есть прицепные вагоны. Сейчас так на скидку скажу, по-моему, там Псков есть, Новгород, Мурманск. Воды везде, проводницы, смотрю, на составе, по большей части. Студенты летнюю проходят практику. Студенческие отряды. Мы ехали на 113-м, открыт приписки Адлер депо. А студенческий отряд там вообще по-моему был. Судя по их курточкам. Да, в отпуск-то ехать веселее, чем из отпуска. Лет даже прицепной вагон тут есть. Ростов, прицепной вагон. Все, в общем, не знаю, вагоны я не считал. Где-то отцепят, где-то, может, еще подцепят. Крайний, последний, да, там. Ростов сухом прицепной, вот наш хвост. Все, пошли. Сходить на мост. С моста спущусь, там куплю пару сеток, наверное, дынь этих. Нумерация вагонов с головы поезда. Нулевой вагон находится за третьим вагоном. Выход на вторую платформу производится по имеющимся переходам в установленных местах. На платформе будьте внимательны и осторожны.
ТС Премиум сыпет периодически сообщениями с предложениями своими. Ну, у меня сейчас подключен как раз вот этот МТС Премиум. Он пишет, какие у меня есть опции. Вот спам звонков действительно как бы стало меньше вот за все время, да? По-моему, там всего там пару звонков он пропустил. Во всяком случае, стоматология не прозванивается за ней. Кстати говоря, вот зимнее время года, да, вне сезон, через Белореченск поезда, вот пассажирские скорые вообще не ходят. Здесь только такое пригородное сообщение функционирует. А вот в сезон, да, отпусков, летнее время года, когда большой пассажиропоток увеличивается, пускай, чтобы разгрузить ту ветку, через горячий ключ на Краснодар пускают. Здесь вот через Белореченск, Кормовир. Вот теперь еще мы знаем, что пускают через Сальск. В общем, по трем. Вот три поезда, да, из Санкт-Петербурга в Адлер можно вот попасть. Вот все едут разными маршрутами, но это так и должно быть, все правильно. Самый быстрый — это 35-36 двухэтажный. Потом вот этот пассажирский 479-480, как бы это ни случалось, странно, да, пассажирский. И потом по времени уже 113-14 скорый, который через Сальск идет. Но у него там километраж побольше, что он там, да, по Ростовской области там такой как бы делает крюк, получается, через Волгодонск. Я вот жалею, что я не выскочил там в Волгодонске, там, ну вообще, что не поснимал там даже из окна. Очень там красиво. Ну да ладно, все, что. Кстати, я посмотрел расписание, да, на этом поезде все-таки лучше туда ехать, 113, чем возвращаться назад на 114. То там вообще по ночью проходит это все, Волгодонск. На самом деле вот это вот регион там ночью неудобно проходит. Что туда, что обратно. Сейчас мы тут, мы и я возьму дым, можно для разнообразия что сделать, пройти через железнодорожный вокзал. Так, у меня уже 22-я минута заканчивается съемки. Значит, нам там стоять еще где-то минут чуть больше 10 надо. Наверное, уже с этим видео закругляться. Так что напомню по традиции, да, кто еще не подписан на мой канал Андрейка91 YouTube, подписывайтесь. Ждите новых видео. Следующее видео со станции Кавказская, город Кропоткин. Тоже мы там ставим больше получаса. Так, а здесь нам, чтобы пройти, нужно пройти, да. Спасибо, но вокзал Белореченский маленький довольно-таки. У нас симпатичный, да, как говорит Карлсон. Билетная касса. Thank you.
общем, так. Зал ожидания, кассы, все. Ну, наверное, больше и не надо. Ну, вот как-то так. Сниму я, наверное, еще отправление, так что пока не буду прощаться. Прерываюсь, пойду приобрету дыник, может, еще что куплю, так что не скучайте. Всем привет с Кубани, с Белореченска. Взял я пару сеток дынь. Ценник, естественно, возрос, но так и предполагал, что они уже 150 стали стоить. Девочка продала там на 200. И снять. Еще мороженку всякую можно приобрести. Нет у нас такого. Маску нацепила, не захотела, чтобы я ее. Ну да, потом это увидишь, что продавец без маски по шее дадут. Ее тоже можно понять. Там дорожка прямо к моему 6-му вагону ко входу ведет. Ну все как положено. Говорит, что вкусный. Спросил, сладкий, говорит, вкусный. Ладно, попробуем. Ну, электровоз я там голову сниму уже, наверное. На Кавказской. Сейчас не пойдет его. Пока что больше нам ничего не надо, еще там у нас соки, пепси еще есть. А в Ростове на Дону я, может быть, там выйду, там на привокзальной площади магазинчики есть. Схожу там, куплю попить. Ростов вечером будет, после 5. Отправились мы со станции Белореченская. Точно по расписанию. Прибыли чуть раньше, да, там на 5 минут примерно. А вот отправляемся по расписанию. Пока что все отлично. Проводники работают на отлично. Кондиционер работает тоже на отлично. Еще 12:26 Кавказская, 16:51 Ростов-на-Дону. Это вот ближайшее, что нас ждет из больших стоянок. Который нас сюда привез.
на этом заканчивать. Всем пока-пока. Ждите новых видео.